Сегодня мы начинаем рубрику «Герои спецоперации», в которой мы будем рассказывать о наших земляках, участвующих в специальной военной операции на Украине. Эти люди достойны уважения и благодарности. Дмитрий Косогор, наш земляк, стоит на защите интересов Родины, как и многие другие россияне. После окончания Керченского морского технического колледжа Дмитрий Александрович подписал контракт с вооруженными силами Российской Федерации. 24 февраля 2022 года гвардии старший матрос Дмитрий Косогор убыл в зону специальной военной операции. 26 июля 2023 года вместе со своими боевыми товарищами он отбил атаку превосходящих сил противника. За мужество и отвагу указом президента Российской Федерации награжден орденом мужества, который получил на передовой 30 июля из рук своего командира. И сегодня Дмитрий Александрович продолжает свой боевой путь в зоне специальной военной операции, защищая мирное население нашей страны. Наш земляк, настоящий герой, Дмитрий Александрович Косогор.